Для меня, как для родителя, лучше ходить вот такими заменами, потому что дистанционку я, например, работая, ребенку организовать качественно просто не могу. Не говоря о том, что у очень многих родителей просто нет возможности находиться дома с детьми все время и кормить их горячим питанием несколько раз в день. Не говоря о том, что еще в придачу к этому организовывать дистанционку. Очень многие не могут организовать ребенку нормальное дистанционное оборудованное рабочее место. Ребенок с дистанционкой без активной помощи родителя справляться не может. Просто тем, чтобы нормально взять задание, нормально его сдать. Поэтому вот мой ответ на вопрос, ну лучше так, чем по-другому. Не говоря о том, что ребенок оказывается в искусственном вакууме, в отрыве от своего детского коллектива. И очень, ну мой ребенок очень мало, плохо берет в дистанционном формате знания. Поэтому по мне вот лучше так, чем как-то по-другому. Потому что по-другому, ну это не работа, не учеба просто.